Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Садриев Алмаз, команда МСКХ. Как прошла игра? Ну, игра прошла достаточно легко для нас. Сейчас скажу, было неожиданно. Команда Яндекс в турнире таблицы на втором месте была. Мы на первом месте. Но как случилось, так случилось. 1-1 выиграли. Ну, в чем залог такого большого счета и разрыва? Ну, наверное, то, что мы более наигранные, чем Яндекс. С ребятами играем давно, поэтому чувствуем друг друга. Как, ну, победа главного соперника обеспечивает вам первое место или кто-то может повлиять? Я думаю, что нам... Что может помешать? В регулярке нам никто не помешает, если мы сами себе не помешаем. Вот, сегодня, конечно, у нас еще не весь состав был. Артему Неретину привет и Николаю. Четырянный нашему подарю Алексею. Хватало, мы сегодня играли только с одной заменой. Но хорошо, что так все удачи для нас. Спасибо, удачи. Сейчас, спасибо, Саня.